В год после референдума действительно крымчане высказывали какие-то надежды. Они верили в то, что придут изменения, в то, что их жизнь на их родной земле станет другой. Сейчас, спустя 2 года, мы можем задаться вопросом, а к чему привел их выбор? Что изменилось? Что изменилось в умах моих ровесников, молодых ребят, которые связывают свою жизнь с этой землей? Оправдан ли был их выбор и куда привели их надежды? За последние 2 года я вижу кучу разных инициатив. Я вижу, с разных концов разные люди начинают что-то делать. Это очень-очень круто, потому что здесь я вижу какие-то городские проекты, здесь благоустройство среды, здесь кто-то организовывает школу урбанистики, здесь появляется какой-то бизнес-клуб. И вот эта вот движуха, которой не было, вот я вот просто вижу вот эти ростки, и это очень-очень круто. Сам факт того, что произошла перемена, что от тебя что-то зависит, от того, что ты что-то можешь, вот дает вот эти ростки. Провели самый первый в Севастополе по-настоящему масштабный велопробег. Я автор проекта «Умных остановок». Танцую брейк-данс больше уже, наверное, 15 лет. У меня появилась такая мысль сделать центр. Несколько лет назад мы решили ставить велопарковки в Севастополе, решив, что таким образом мы поможем формированию велосипедной инфраструктуры. Назвали все это «Велопобеда». И целью этого первого велопробега было, во-первых, показать велосипедистов друг другу и показать их городу. Велоспорт – это мое любимое дело уже не первый год. У нас миллионы раз были разговоры о том, что вот молодежь такая-сякая, то есть катается на набережной, мешает людям отдыхающим, просто гуляющим. Сейчас мы на этот год поставили цель создания скейт-парка для экстремальных видов спорта. Это как велосипед, так и скейт, так и ролики. Хочется что-то делать, создавать интересное, красивое, что вписывается в городскую среду и дополняет ее красоту, скажем так. Именно поэтому, собственно, была идея создания остановки. Мы встретились с дизайнером и начали креативить. Да, это полностью как бы независимый проект. Нас никто не просил ничего делать. Нам самим интересно было. Мы хотели сделать для своего города хорошие остановки. Не вижу для себя другого рода занятия. Ну, направление у меня такое, так получилось в жизни, что выбрал я танец. Не думал, что он будет меня кормить и будет вообще моим маршрутом по жизни брейк-данс. Как говорится, там, знаешь, там, когда ты повзрослеешь, когда ты там перестанешь, начнешь заниматься чем-то серьезным. Вот это такое детское как бы занятие переросло в мою жизнь и в мой хлеб, и вообще в мои дальнейшие все планы и действия. Ну, все сделал на своих плечах, вывез. Ну, вот, то есть появился такой центр в Ялте. Для Ялты я считаю, что это достаточно серьезное место, потому что в Ялте так, чтобы там было там 250-220 квадратов пространства для молодежи, для развития современных интересных направлений, ну это вот так для города серьезно. Сделали это, мы показали велосипедистов городу, мы собрали полную площадь Нахимова велосипедистов, и самый первый отзыв, который мы получили от людей, это «Вау, нас так много!» То есть практически каждый, кто выходил на сцену сказать какое-то слово, говорил: «Ребята, спасибо, что вы все приехали!» И я думал, я один такой. И так каждый. Вот у нас таких один набралась целая куча. Наша деятельность не безразлична людям, то есть молодежь стала очень активной, у нас появились шансы, нам уже не пустые слова, есть поддержка. Искорка загорается еще ярче, хочется развиваться, хочется делать что-то дальше. И мы можем надеяться, что в течение уже нескольких лет то, чем мы занимаемся, начнет действительно по-настоящему активно двигаться. И таким образом от велопарковок и просто больших мероприятий мы уже сможем прийти к тому, что в Севастополе появится велосипедная инфраструктура. После референдума, то есть, в принципе, у нас как-то дела сдвинулись в лучшую сторону. То есть, и мы практически вот за 1,5-2 года уже находимся на стадии реализации этого проекта. И уже даже имеем планы на территорию Крыма, может быть, даже и других российских городов.
То есть мы старались сделать остановки такие, ну, такой дизайн остановок, чтобы он вписывался в стиль города, в то, какой город, как он воспринимается. Элемент подзарядки также мы изначально придумали функционал USB, но потом решили реализовать такую дерзкую достаточно идею и вообще повесить провода. То есть это первая остановка, на которой оно исполнено в достаточно простой форме, на других уже более, в большем количестве это реализовано. Мы ни копейки бюджетных денег не просим, ставим абсолютно за свой счет и все работы проводим за собственные средства, поэтому... Но даже при этом у нас бывают сложности юридические, да, и чиновничьи, скажем так. Я вижу, когда делают плохо, я знаю, что я могу сделать лучше, и я это делаю. Вот, когда я вижу, что плохие остановки, я никого не спрашиваю и предлагаю проект, как сделать лучше. Ну, как бы, какой смысл говорить о том, что все плохо? Надо делать лучше. Сложная вообще работа. У меня, когда кто-то смотрит и говорит, как, у меня тут родители, я бывает выхожу, а бывают такие дни, когда сам немножко там устал, где-то еще что-то, нагрузка, и ты выходишь, я выхожу, выдыхаю, и говорит, я не представляю, мне там родители, как. С одним, говорит, мы тут с ума сходим, как, выходит там 10, 12, 15 человек из зала. Детский садик, ну, они типа говорить начали. И вот это сложно, и ты понимаешь, что, ну, ты в первую очередь собственный пример, ты для них типа, ну, папа, что ли, брат старший. Ну, на собственном примере, я считаю, что собственный пример – это главный вообще учитель. Показываешь, какой ты есть, и все. Поэтому серьезное дело. У нас после прихода России у нас более активно все начало развиваться. Мне лично, как молодому предпринимателю, это очень нравится, и я этому, естественно, не могу не радоваться. То после референдума, после соединения, понял, что молодое поколение занимает и должности серьезные, и политические какие-то должности, которые прям молодые пацаны, молодые по 30 лет. То есть это серьезно, ну, то есть есть возможность развиваться. Мне не близки идеи, которые в Украине там пропагандируют и так далее. Более того, для меня они крайне негативны. С друзьями сразу практически произошел разрыв, то есть и, ну, общение прервалось, и по сей день такое очень холодное общение. Ну, его практически нет. Вот. Мне непонятна их позиция, им непонятна моя позиция. То есть, ну, я с уважением и нормальным теплым чувством отношусь именно к людям. То есть, и понимаю, что, ну, из серии мне жаль. Просто жаль. И обидно, что люди так мыслят. Мне кажется, что все немножко поняли, что не все так просто. Мне кажется, что впереди будет сложнее еще. И что нужно отвечать за себя и думать, что будет дальше. Через год, через два, через 10, через 40 лет. Не думать, что ты завтра отсюда, ну, там, завтра отсюда свалишь куда-нибудь, и все. Не думать, что это, там, это само пройдет. Как по мне, нужно мечтать и реализовывать свои мечты. Уверен, что миллион людей тоже, мечтая, достигают своих целей. Поэтому больше мечтать, и все получится. Предприниматели – это один из основных векторов развития нашей экономики. Потому что малое и среднее предпринимательство – это развитие всего, начиная от электронного, ну, от электронной техники, заканчивая текстилем, питанием. Мы должны стать самостоятельными. В нашей стране есть все, чтобы стать передовой страной. Начиная от золотых умов, заканчивая ресурсами. У нас, ну, 90% молодежи хотят иметь свой бизнес, но отсутствует, наверное, пока еще национальная идея. Вот бизнес как национальная идея звучало бы круто. Уличная галерея «Парк» – это проект, который ориентирован на молодежь. Это такая площадка, на которой будут стоять стенды. На стендах экспонируются работы молодых художников и фотографов. Мы вкладываем свои силы, свои деньги, свои идеи в то, чтобы парк в какой-то момент начал жить.
За моей спиной эта площадка называется «Минка». С 90-х годов уже она существует. Изначально это была танцплощадка российского флота. А теперь это как бы такой неформальный скейт-парк. Еще в начале 90-х годов первые скейтеры пришли на эту площадку и начали своими руками делать здесь оборудование для катания. Вот. И по сей день ребята тут наводят порядок, убирают, делают оборудование, все своими руками. Надеюсь, что у нас в Крыму будут развиваться экстремальные виды спорта и появятся люди, которые будут нам помогать и развивать это. Свой собственный виноградник, порядка 10 гектар, и мы делаем вино с этого виноградника. Начинал работать сомелье в ресторане, тот человек, который занимается ведением винного хозяйства. В 2006 году, уже ровно 10 лет назад, мы распахали поле, а в 2008 году посадили виноградник. То есть мне было тогда 28 лет, и как только я увидел, как делают вино за границей, как устроены маленькие хозяйства полного цикла, я стал мечтать о создании своего собственного у себя на родине в Севастополе, да, чтобы вот эту красивую картинку переместить в свой любимый родной Севастополь. Когда собралась компания людей с определенными уже опытами и, как сказать, видениями и силами и пониманием того, что мы можем делать все своими руками реально. Мы сделали фестиваль, мы сделали социально-культурный центр. Почему бы не сделать галерею? Все это народными средствами. Это такая, знаете, как народная солидарность. Все готовы поделиться деньгами для того, чтобы классная идея возродила парк. Ну, если бы я знала про то, сколько это денег будет стоить, сколько количества силы вокруг мы притянем, я бы, наверное, не осмелилась это все заваривать. Но только благодаря людям, реально. Благодаря сообществу. Надо заниматься спортом, надо это развивать. И я понял, что я могу помочь молодежи в этом. Вот. И поэтому мы сделали эту площадку. И будем еще делать, чтобы молодежь развивалась, чтобы развивался спорт. Я думаю, что государство нас поддержит, и мы будем делать хорошие парки на уровне не только России, а и Европы. Будем проводить соревнования. Будем привлекать молодежь, поднимать ее патриотизм. Я думаю, что все будет развиваться. Это только начало. Сегодня для молодежи очень важно понимать, что она из себя представляет. И предпринимательство – это один из лучших путей реализовать себя в стране, реализовать себя в республике. И тем самым помочь и нашей стране, и другой молодежи, нанимая ее на работу, чтобы развивать нашу республику и нашу страну. И первое, что приходит в голову, это приходит традиции народа, кухня народа. И я выбрал сферу своего бизнеса – общественное питание. Я занимаюсь добровольчеством, поскольку считаю, что если ты любишь свою страну, и если ты действительно предан своей родине, ты должен посвящать свое время какой-то общественной деятельности. Сейчас в России возрождается понятие патриотизма, и лично для меня патриотизм – это и есть служба на военно-морском флоте. Я считаю, что у каждого молодого человека есть свой выбор. Для меня, молодого крымчанина, вдвойне приятнее служить своей родине. Для крымско-татарского народа было некое потрясение, да? Возврат Крыма в Россию. Мы поняли, что мы должны культивировать свой народ внутри России. Возвращаясь в Крым, крымские татары, они, возвращаясь на историческую родину, они всегда трепетно относились к своей истории и к своим ценностям. Вы знаете, наш музей был открыт в 2011 году, и в основу музейного собрания легла коллекция, которая собиралась в 300 городах мира. Коллекцию стал собирать, то есть еще учился на юридическом факультете, 24 года мне было.
Вот говоря о молодежи, к нам многие приходят и вот для себя раскрывают такие неизвестные страницы истории Крыма, истории крымских татар, русских. И самое интересное, что для них музей несет вот основную идею в чем? В том, что наши предки, они созидали. Так произошло 2 года тому назад, что мы вернулись в пределы нашей родной страны, Российской Федерации. Мы всегда считали себя и являлись русскими людьми. Мне Россия лично дала духовное внутреннее спокойствие, что создать семью здесь – это комфортно. Я знаю одно, что каждый крымчанин сказал, что он хочет иметь ребенка в России. Не в Украине рожденного, а еще рожденного в России. Поэтому демографический бум начался. Да, вот это точно, это правда. Для меня лично и для моих друзей, большая часть которых это добровольцы и волонтеры, нам дали возможность работать по добровольческим проектам. И вообще появилось такое понятие, как молодежная политика, как молодежные проекты, молодежные перспективы. Сегодня действительно у каждого молодого человека города Севастополя есть возможность свою идею, свою какую-то мысль реализовать в жизни, объединить вокруг себя людей, получить финансирование, то, чего не было до этого никогда. И сегодня действительно каждый молодой, неравнодушный гражданский активист может свою какую-то мысль, свой проект реализовать в жизни. Это же классно. Мне удивительно то, что у нас как-то, ну, наше мнение кому-то важно и нужно. Вот это вселяет некую уверенность в том, что действительно можно изменить в России многие вещи к лучшему. Да? Это придает некого позитива. Я чувствую любовь к этому месту. И вот эту любовь хочется не просто чувствовать, но ее еще хочется показывать. Как знаете, вот есть такое хорошее понятие, что любовь – это не то, что ты чувствуешь, а то, что ты для этого делаешь. Знаешь, при Украине не было ни одного молодежного форума в Крыму. Ни одного. Где молодежь могла бы высказаться, сказать, что она хочет, что будет завтра. Как они планируют развиваться. При России каждый раз форум, который дает какому-то, хотя бы одному молодому человеку, выйти на федеральный уровень, решить проблему, решить вопрос, создать какой-то проект мощный, получить грант на этот проект. Россия изменила Крым. По Южной Африке и такая огромная реклама, значит, самая большая в мире тарзанка, написано: страх времени, но сожаление вечно. И вот меня слоган так зацепил, что я взял, значит, и прыгал с этой тарзанки. Здесь вот то же самое абсолютно. Можно очень долго потом сожалеть о чем-то не сделанном, то есть лучше потерять какое-то там поражение, да, то есть стать сильнее, мудрее, да, потому что на ошибках учимся. Если бы мы не наступали на грабли, да, то человечество было бы совершенно как бы другим, если бы мы могли учиться у своих родителей, у каких-то наставников. Не надо сдаваться там все, не надо спрашивать чиновников. Без них солнце встает, и корова дуется. То есть нужно просто делать и не сомневаться. Все получится. Не надо ждать ничего такого сверхъестественного извне. Молодежи надо понимать, что только головой и руками можно мир изменять. По-другому никак. Не расслабляться, не пускать нюни и не думать о том, что кто-то там, дядя какой-то приедет и что-то сделает. Не забывайте, кто вы есть. В эту фразу я вкладываю очень многое. Здесь знание истории своего государства, здесь знание своих корней. Имея свой внутренний стержень, вы всегда будете делать правильный выбор. И выбирайте самостоятельно, потому что вам впоследствии нести ответственность за этот выбор. Нужно видеть какую-то долгосрочную перспективу в первую очередь.
То есть нарисовать для себя какую-то цель большую, да, то есть к ней идти и ничего не бояться абсолютно. И тогда вы этой цели достигнете 100%. Если хочешь, чтобы в твоей жизни что-то менялось, блин, действуй. И неважно, в твоем бизнесе, в твоем деле, в твоем городе, в твоем доме. Просто у нас, да, у нас получилось так, что мы ощутили, что перемены произошли. И для многих это послужило каким-то толчком для того, чтобы они сами начали действовать. А, поэтому мой совет, ну просто, если хочешь чего-то добиться, действуй.